Александр Ерисов – один из 25 вновь избранных депутатов Куйбышевского внутригородского района второго созыва. Он уже трудился в качестве депутата и в городской, и в губернской думах. Потом в его политической карьере был большой перерыв. Как депутат районного совета считает для себя первоочередной задачей благоустройство микрорайона. Потому что, уверен, начинать надо с малого. Ну, во-первых, я родился в Куйбышевском районе, заканчивал школу 23-ю. Работаю на территории тоже Куйбышевского района сейчас. Ну, так как получилось, что проблемы мне с моим опытом известны, поэтому я беру на себя задачи только те, которые могу решить. На первом заседании выбрали председателя Совета депутатов. Им стал Анатолий Захаркин. Он уверен, настало время перемен. Депутатам пора выходить из кабинетов и общаться с людьми. В планах провести конференцию на тему проблем ЖКХ с представителями исполнительной власти, управляющих компаний и жителями. Мы будем приглашать сюда простых людей, мы будем приглашать сюда управляющих микрорайонов, мы будем приглашать сюда старших по подъезду, чтобы видеть, ощущать вот ту обратную связь, и чтобы люди видели, чем занимаются депутаты. В городскую думу от Куйбышевского внутригородского района делегированы 3 человека – Александр Иванов, Борис Ликс и Андрей Петраков. На заседании также объявили конкурс на должность главы Куйбышевского внутригородского района, который состоится 25 сентября. Андрей Горгуленко, Мария Левина, Константин Головин. События.